Вот так тебе и надо. Девушка, отойдите, а девушка? Привет, молодцам! Да ладно.
Стоять! Еще нет, где-то в дом. Где-то вообще, где-то вообще.
Ha, ha, ha.
Вот еще пошли.
нет. Мне эта рука не подходит. Thank you.
Пойдем. Thank you.
пойдем? Thank you.
Thank you.
О! И знаешь, что на тебя скажут твои друзья, которые вовсе не собираются тебя растоптать. Все равно нет-нет, и сердце ёркает. А теперь представьте себе, что чувствовали пехотинцы, когда стояли посреди чистого поля и видели, что на них накатывает вот такая стена железа, стена тяжелых всадников, прочих доспехов, которая мчится на тебя галопом и которую, кажется, ничем невозможно остановить. Меня, например, совсем не удивляет, что очень часто в средневековой Европе пехота начинала разбегаться еще до того, как кавалерия до нее поедет. Недаром гусарию называют крылатой, не только за то, что они буквально летят на своих конях, но и за вот эти характерные крылья, украшения гусарского доспеха. Ученые спорят эту реконструкцию, много спорят, зачем эти крылья вообще к нему применяют. Но я думаю, что главная версия, она очевидна для всех. Чертовски же красиво, правда? Особенно девушкам нравится. А, да, пусть.
и вы видите, которым гусары тренируются, готовятся для того, чтобы наносить точные удары. Иван Атуро. Есть. Это упражнение известно с средних веков. Ваши выбирайте. Правильно. Оно пришло от рыцарской конницы. Есть вам Войтегольд. Кристиан Брус. Марек Кола. Правильно. Ярослав Вечеркевич. Извините. Браво, браво, хлопайте, сложное упражнение. Зато потом в бою гусар мог попасть в любое наперед выбранное место на противника. Не просто во врага, а в уязвимое место в его доспехе. Матинь Гозеранчик, ах, так немного. Внимание, пан Еспа Войчаховский. Да, нанизал. И пан Иринеус Ямбор. Шашка. Да, и ему. Рожи Кшиштоф Урбан. Но близко было, близко было. Пан Макс Истемрус. Ах, тоже близко было. Еще один раз. Ярослав Витуркевич. Посмотрим. О, звуки будет. Посмотрите здесь. Да! Вы видите, что командир колющим ударом снимает колесо своей сабли. Дело в том, что при столкновении и саблями, клинковым оружием наносили именно колющий удар, первый, самый сильный, для того, чтобы пробить доспехи. Хорошо. На вооружении польских гусар был даже специальный меч. Концеш. Меч, который был предназначен именно для того, чтобы колоть противника. Вот это как раз концеш, видите, длинный прямой клинок. Подходящее как раз для того, чтобы колоть противника. А тем временем вы видите, что гусары тренируются также и рубить. Тренируются они сейчас на безответных кочанах капусты. Тоже все. Браво. Кристиан Брус. Пан
Maciej Gorzelańczyk, prosta. Lidia, brawo. Тоже очень сложное упражнение. Для пехотинца, пожалуй, единственный способ спрятаться на поле боя, спрятаться от удара всадника, это лечь на землю, для того, чтобы всадник не дотянулся. Поэтому хорошие кавалеристы и отрабатывали удар, в том числе по лежачему противнику, чтобы он после этого у тебя за спиной не встал и не продолжил сражаться. Пожалуйста. Да! Есть! Три противника меньше. Да, нет. Упражнение сложное еще и потому, что выполняет.